Уважаемые жители города Селамя и гости, приглашаю вас 29 июня в 10 часов вечера на пеший поход с фонариками. Мы это организовываем от спорткомплекса первый раз, но этот поход был организован уже и до нас, Александром Гущиным. В этот раз мы организовываем этот поход вместе с Александром, и он более детально расскажет об этом походе. Доброе утро, жители города Селамя. Как сказал директор спорткомплекса Роман, любитель большой спорта и большой организатор, и помощник всех мероприятий, мы проводим действительно впервые пеший поход, ночной пеший поход с фонариками. Собираемся 29 июня в 10 часов вечера у Дома культуры. Идем вниз до променада, потом сворачиваем направо, идем по новой тропе, дальше делаем круг по тропе здоровья и возвращаемся обратно к Дому спорта или к Дому культуры. Приглашаем также всех детей на скейтбордах, роликах и самокатах. Спасибо и ждем вас всех 29 июня в 10 вечера у Дома культуры.